И нет, у нас уже модель. Лола демонстрирует, видите, свои, да, изделия. Здравствуйте, я Ирина Коняшкина, организатор мероприятия «Квартирник с примеркой». Сегодня мы находимся в Юрмале на открытой площадке в зеленом дворике ресторана «Пегаса Пилс». Наше мероприятие называется «Квартирник с примеркой», но на самом деле это выставка распродажа авторских работ. Здесь собираются творческие люди со своими уникальными изделиями, делятся опытом, приобретают друзей и получают удовольствие от всего, что здесь происходит. Фартук? Каждая женщина на кухне должна выглядеть красиво, правильно? У каждой женщины должна быть курточка из натурального меха и фартук, да? С бархата. Здесь можно ткани разные, ткани. Здесь очень много тканей. Здесь и валеная шерсть, и шерсть, перфорированная кожа, и кожа, и овчина, да? И это тоже все на махире. Это вот штучка, то есть ты можешь... Модель. Знаешь, вот здесь. Да. Без кармана. Изделия из янтаря от Владимира Яшкина. Да. Здесь новые броши. Вот он постоянно экспериментирует. Угу. Перстни. Посмотрите, какие перстни интересные. Угу. Камни натуральные. И прозрачный янтарь, и матовый. Идут примерки, это же квартирник с примеркой. Оксана Семенцова, да. С коллекцией льняной одежды. Покажите нам на себе. Себя в платье, которое вы сами шьете. Лебоха. Да, тоже двойное очень. Лен, а это все лен? Лен, лен, все, и там, и там лен. И там, и там. Да, блуза красивая. Это не блуза, это скорее тоже платье. Платье? Да. Ну, может быть, блузка, блузон, платье? Это платье-кардиган. Платье-кардиган. Вы уже знаете, Лола Лэнс, наш чудесный мастер, практически постоянный участник квартирника. И сегодня Лола вам что-то хочет новое показать. Я хочу показать. Во-первых, я хочу передать привет тем людям, которых мы узнали благодаря вашему другу. Но в этом году мы не увидели. И Россия. Отдельный привет Пскову, Израилю, Германии. Может, Франции. Да, большое-большое всем спасибо. Друзья квартирника, вам всем большой привет. То, что сейчас в тренде, но то, что боятся женщины. Шарф-решетка. Шарф-решетка? Да, которая решетка сейчас вообще очень... В моде трендит. Тренд 2021, да. Правда, делаю я эти шарфы очень давно. Но, да. Но, наконец, мода меня услышала, и вот они сейчас очень актуальны. Женщины их боятся. Почему? Кажется, что они цепляются, что они там как-то вот странно их носишь, что это и холодно, и жарко. Ничего подобного. Я эти шарфы сама ношу при температуре в жарких странах плюс 30, и минус 10 в холодных странах спасают. Чем они удобны? Вы берете шарф, вставляете в одну из решеток, все, он никуда у вас не денется, у вас всегда какое-то облако вокруг вас, и это очень удобно и актуально. Жилетки, трансформеры. Это сейчас такая жилетка ушла сейчас в посылке во Францию. Мадам Бертран, для вас показываю, как ее носить. Угу. Покрутитесь, Лола. Одну сторону. Да. Вы ее снимаете, выворачиваете на другую. И другой стороной? И другой стороной. Ну, трансформер стопроцентный. Воротник. Да. Если вы оденете ее опять другой стороной, у вас получится. Угу. И последний вариант. Ну, может, он и не последний, но один из вариантов. Да.
которое тоже нельзя отрицать, когда приходит зима, очень хочется закрыть шею. И без нее делается такой шарф. Теплый, комфортный, уютный. Мадам Бертран, это специально для вас инструкция, как носить. А у Надежды в это время примерки. Обалдеть. А вот это супер. Вот этот последний вариант. Просто супер. И с джинсами, и с платьем. Я бы надела с джинсами. К джинсам подходит все. И опять. Игра в ротыка. Да, да. Надежда освободилась, но мы ее, конечно, ангажируем. С Надеждой тоже многие знают по прошлому году, по квартирнику. И, Надя, расскажите нам, у вас уже много за этот год новых работ. Рисуете красками на шелке? Да, я рисую красками на шелке, на текстиле. На шелке это один вид красок, он парозакрепляемый, чтобы ткань оставалась такой мягкой. Да. После того, как я рисую, я отвожу в запарку, 5 часов парится ткань. Потом я обязательно ее стираю, только потом шью изделие. Я обметываю край для платков, потому что все руками обметано. Либо я отдаю портнихе, портниха шьет платье или тунику. Какая красота вообще. Старая Надежда, вы настолько просто уникальная. Для меня вы уникальная. Такой вот солнечный шарфик можно выпустить в эту сторону. Так? Да. Можно там другой бок, где цветочек выпустить. Угу. Вот. А есть другие краски, которыми я рисую по текстилю. Этими другими красками я разрисовала зонтики. Вот в прошлом году зонтиков не было. Не было, да. Смотрите, какая уникальная форма зонтика. Она в форме листа. И я сделала листики на каждом разные. Дуванчики. Одуванчики. Старая Рига, да. Да. Это в офис можно куда угодно. Длинный рукав под любую одежду, которая даже очень даже строгая. Угу. Этот вариант может быть как трансформер, как блузка или платье. Катерина Косинец. Здравствуйте. Здравствуйте. Я мастер по бисеру. Я в основном занимаюсь вязанными жгутами. Mm-hmm. Это украшения, которые рассчитаны в основном, в принципе, на повседневный образ. Да. Но я в последнее время использую стразы Сваровски в своих изделиях, да, чтобы мы могли подобрать какой-нибудь вечерний образ, коктейльное платье, да, мы могли украсить, сходить в театр, в ресторан, то есть быть красивыми всегда и везде. Наши мандалы. Тоже все использовано, качественные материалы, стразы Сваровски, да. Смотрится особенно в вырезе рубашки. Такое колье действительно это офисный стиль. Одна из последних работ использована 3 размера бисера, за счет чего жгут фактурный. Стразы Сваровски делают свое дело. Он играющий, элегантный, красивый, стильный. Конечно же, Ирины Коняшкиной сумки плетеные. Последний образец. Последний образец, да, Ирина показывает. Сумка-рюкзак. Да. Она носится и на плечо. Да. И на плечо. И в руках, как сумка, и как рюкзачок. Смотрите, это классно. Супер, красиво. Расскажите, вы купили это платье на квартирнике? Да, это платье я купила на в прошлом году? Позапрошлом. Позапрошлом даже. Лен и шифон. И у нас изделия все из натуральной ткани. Шикарно. Очень красивое платье. И вы красивая мама. Постоянный участник квартирника Анатолий с его великолепными изделиями. Из бронзы, с художественной эмалью. Вот в этот раз, я смотрю, тут появились ангелочки. Посмотрите, да, какие да. Это новые работы. Да. Все работы очень интересные. Браслеты у Анатолия очень интересные. С художественной эмалью. Браслеты вообще всевозможных форм, нестандартных, все в одном экземпляре. Это уральский малахит. Уральский малахит. Уральский малахит.
Вера Фенченко, это бисерных дел мастер. А мы с Верой вроде знакомы. Да, уже да, видели на квартирнике, уже не первый раз участник. Посмотрите на цветы, на букет самых разных цветов. Все из бисера, сверкает на солнце. Да. Вот, и, пожалуйста. Чудесные изделия, брошки. Для волос, брошки. Вот новые изделия. Угу. Тут даже сумочки. Картины Елены. Пишу я. 11 лет пишете? 11 лет, да. Для души. Ну, как у меня была своя галерея на Элизабетес. Да. Я организовывала разные мероприятия, мастер-классы по живописи для взрослых и детей. Угу. И увлеклась творчеством. Но это больше как спонтанная, интуитивная живопись. Угу. Это как даже арт-терапевт. Это надо. Здесь QR-коды, то есть QR-код это можно посмотреть в сайте. Да. Да. Вот. И творчество. Ваши картины. Мои работы. Ваши работы. Красиво. И нет, без комментариев, да? Все так интересно. Глаза разбегаются, да? Да, я уже что-то замечу, потом еще и еще и еще. Да, широкая. А, да. У меня тут браслет необычный с янтарем. Причем, по-моему, не обработан. Мастер сказал, что янтарь обработанный. Очень необычный. Ну, на белом. Все равно красиво. Да. Да. Красиво. Очень необычно, правда? Это, кстати говоря, аметист природный, аметист из Бразилии. Там в ручьях, там где-то вот они вот такие вот катышки получаются и необработанные. Вот это. Да. Да? Необычное, правда? Это такой на вид, да, такой. Да. Как инопланетянин. Ну, на самом деле. Брошь одуванчик на зонтики с одуванчиками.